Ну а с чего вы взяли, что у меня жизнь малина? Вот вы все говорите, царь да царь. А вы думаете, нам царям легко? Да нам вообще коньяк давать нужно за вредность. Вы думаете, почему раньше все хорошо жили? Потому что интернета не было. Многие считают, что интернет – это развитие человечества. Интернет – это управление человечеством. Вот вы сколько в день в интернете сидите? А если его отключить, что с вами будет? Ничего не будет, только с тем, кто работает. Им некогда в интернете сидеть. И это вам говорит пародист, а не Медведев.